Ну, привет. Это первый выпуск моего авторского видеоблога. Пилотный. Пилотка, получается. Вот. Ну, что, попробовать хотел давно уже заниматься этим. Не то, что профессионально, но для себя. Может быть, еще для кого-то будет это интересно. Типа видеодневника такого, где я буду рассказывать... Да, обо всем. Обо всем, о себе. Даже какие-то тайные вещицы. Может быть, кому-то интересно будет. Если никому не интересно, то сам как-нибудь в старости, если доживу, посмотрю. Наверное, это прикольно. Сейчас как бы пофигу, но потом посмотреть будет интересно. Наряма. Меня зовут Дмитрий. Это написано на моем канале. Ну, для тех, кто читать не умеет, но хорошо слышит. Вот. Пока просто хотел поздороваться. Вообще, что за формат получится, непонятно еще. Опыта особого не имею. Так что, ребята, будь что будет. Конечно же, приготовился к такому событию. Видите, нарядный, сижу причесанный. Ну, так вот. Потом будет лучше, наверное. Все-таки мне 44 года. Скоро будет 45, совсем скоро. Поэтому вот эти вот мешки с деньгами уже, наверное, никуда не деть. Кто-то делает операции, я не собираюсь. Пускай будет все естественно. Я музыкант, и в прошлом, скорее в прошлом, чем в настоящем, возможно, в будущем. Сейчас у меня какой-то немножечко упадок силы духа насчет музыки. Так, что-то маленько где-то пою. Раньше занимался этим профессионально, только этим и зарабатывал, если кто не в курсе. Сейчас я пою только лишь в одном кабаке. Не на постоянной основе. Когда позовут, когда у меня настроение есть, когда я не болею, когда просто заебываю от дома сидеть. Такие слова же можно говорить сейчас в интернете. Будем по-честному себя вести. В смысле тут? Смысла нет. Показывать, что я лучше, чем есть. Это лет 20 было прикольно. Ну не прикольно, а надо. Я так считал, что делай, что хочешь, а чтобы все думали, что ты классный. А потом уже как бы разберемся. Сейчас нафиг это надо. Может быть, некоторые вещи все-таки оставить в тайне. Так, не будем видео затягивать первое. Для первого видео я считаю, что вот так вот нормально уже наговорил тут. Да? Так что все будет как будет. Как пойдет, так и ладно. Может, вообще не пойдет. Тогда буду просто для себя. Ну... Кому интересно, увидеть продолжение видео, поставьте лайки, пальцы. Кому не интересно, мне абсолютно насрать, потому что в первую очередь я делаю для себя, а дальше уже как пойдет. Будет спрос, глаза мои горят, направлено и нацелено на аудиторию. Спроса не будет, буду для себя просто видеть. Так что всем пока, до свидульки. Был рад вас не видеть. Вы это не видите, я вас нет. Но какую-то обратную связь, может, коммент. Ладно, все, пока. На фильмы наплевать.